Здравствуйте, в эфире телекомпании «Круг. Новости недели». Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. Несмотря на объявленный карантин, одесситы посещают общественные места, не соблюдая дистанцию и не используют средства защиты. Одесские врачи записали видеообращение к властям о том, что их медучреждение совершенно не готово к приему больных коронавирусом. На территории Летнего театра в городском саду вместо обещанной одесситам детской площадки построили торговые павильоны. Центр Одессы хотят разрушить. Мэрия планирует изменить границы охраняемого законом исторического ареала города. Несмотря на объявленный карантин, одесситы массово его нарушают. На Одессу уже обратило внимание Министерство здравоохранения, которое призывает одесситов не посещать общественные места, а самоизолироваться. Министерство здравоохранения Украины не поддержал прогулки одесситов у моря в выходные дни. Ведомстве напомнили, что карантин – это не каникулы. Доброе утро, страна. Увидели вчера переполненные пляжи в Одессе и волнуемся за ваше здоровье. Напоминаем, карантин – это не каникулы. Если каждый из нас ответственно отнесется к предупредительным мерам, уже совсем скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни, и путешествия будут безопасными. А пока лучше останьтесь дома, посоветовал информационный канал Министерства. Коронавирус-инфо. Городские власти тоже обратились к горожанам и просят их соблюдать правила карантина. Ведь только дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является эффективным средством противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Как показывает опыт других стран, несоблюдение карантина может повлечь за собой серьезные последствия. Врачи Одесской больницы записали видеообращение к властям о том, что медучреждение совершенно не готово к приему больных коронавирусом. Ролик опубликовала одесский врач на своей странице в Facebook. Видеообращение. Часть коллектива отделения анестезиологии обвинили местных чиновников в том, что те лгали, когда рапортовали наверх о готовности клиники принять первую волну больных. Врачи увидели сообщение в СМИ о том, что больница готова принять 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Медучреждение располагает 6 местами в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратами ИВЛ, 19 анестезиологами и 13 врачами. Однако медики не смогли смириться с этой ложью и рассказали, как действительно обстоят дела в больнице. Мы хотим сказать реальную картину, которая происходит у нас. Первое. Мы врачи-анестезиологи, и вот сейчас можем сказать про свое отделение. У нас сейчас реально работают 6 врачей-анестезиологов. По факту, то, что у нас должно быть заполнено, просто наши ставки, их 12. Но реально у нас сейчас работают в больнице 6 врачей. Что касается сестер, на сегодняшний день реально у нас осталось 4 медсестры. Что касается санитарок, у нас осталось тоже 2. Как оказывать помощь инфекционным больным, это просто остается вопросом в никуда. Также врачи отметили, что у них по-прежнему нет протокола, как им проводить лечение поступивших больных. Ведь не все сразу попадут в реанимацию. Их нужно будет начинать чем-то лечить. Однако как это делать с таким количеством медперсонала и почти с отсутствием медицинского оборудования и препаратов, вопрос остается открытый. Из тех 10 аппаратов, о которых пишется, у нас есть реально 5. Значит, в отделении 5 аппаратов. Значит, и 3 из которых были у нас до коронавируса и до всех этих дел. Мы на них работали, естественно. Не очень новые, но достаточно приличные аппараты. Я думаю, что что-то мы на них сможем кому-то оказать какую-то помощь. И мы, нам прислали наши благотворители. Это не сделано никакой администрацией. Это сделали благотворители. Фонд монстров. 2 еще аппарата дыхательных. Вот у нас всего 5. Это реальность. По словам медиков, им привезли 1000 респираторных масок, которые по протоколу они должны менять каждые 2-4 часа, перчатки и 100 защитных костюмов, которых в случае волны больных хватит на 4 дня. Врачи отмечают то, что на данный момент им помогают благотворители, а никак не власти города, которые только рапортуют о своих якобы действиях. Кроме того, накануне антикризисный штаб опубликовал копию любопытного документа, который получили врачи. В телефонограмме медикам говорится о недопустимости публично рассказывать об условиях, в которых они вынуждены работать.
Только 40% аппаратов искусственной вентиляции легких одесских медучреждений находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в случае массового поступления больных коронавирусом. Такое заявление сделала на своей странице Facebook депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая. По ее мнению, городская система здравоохранения и руководство города демонстрируют полную несостоятельность, а их отчеты не соответствуют действительности. Мнение депутата разделяют и волонтеры. Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая на своей странице Facebook выступила с обращением к жителям города, руководству горздрава и городской власти, где проинформировала о своих подсчетах реально исправных и действующих медицинских учреждениях Одессы и аппаратов искусственной вентиляции легких. По ее данным, основанным на ответе из горздрава, в городских медучреждениях всего 64 ЭВЛ. Однако при реальном рассмотрении картины 4 из них в роддомах, 7 установленные в больницах и также в роддомах не работают или требуют ремонта, и только 40% аппаратов служат менее 5 лет. Среди них есть и долгожители, 39-летний аппарат искусственной вентиляции легких, который находится во втором роддоме. Официально сообщается о 45 концентраторах, 2 из которых не работают. Но что меня возмущает больше всего? На сегодняшний день опорной признана инфекционная больница. По данным, которые я сегодня только что увидела в ФБ, медики сказали следующее, что у них в наличии только 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Таким образом, 2 аппарата подаренных. Таким образом, я хочу задать вопрос. По нашей информации, официальной информации департамента, у нас 11. Где остальные аппараты и кто говорит неправду? Следующее, 8-я. Больница признана опорной, как резервной. И в этом списке она абсолютно отсутствует. То есть в этой больнице нет аппаратов ИВЛ. Сейчас я просто обращаюсь к руководству города, к мэру в первую очередь, для того, чтобы он реально разобрался с картиной на сегодняшний день. Скажите честно, сколько в наличии ИВЛов, сколько, какое оборудование еще необходимо, какие расходные материалы к ним нужны? Обратитесь с реальным списком. Есть люди, которые хотят и могут вам помогать. Это касается жизни и здоровья каждого одессита. Начните думать о людях, а не о схемах, не о статистике, а о здоровье каждого, кто платит налоги и честно делает свою работу. Под постом депутата свой комментарий оставила председатель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Нажевникова. Цитирую. «В инфекционной до начала этого трэша было 9 ИВЛ. 2 еще установили донор, еще 5 заказаны городом, но время прибытия неизвестно. В водниках было 6, мы установили еще 4. Сегодня еще будет 2». Конец цитаты. Похоже, что на сегодня бремя реального противодействия эпидемии полностью лежит на плечах гражданского общества. И тут вопрос. Верхи и вправду не могут или не хотят? И еще одно неудобство придется пережить одесситам в связи с карантином по коронавирусу. Коммунальное предприятие «Сервисный центр» ввело ограничительные правила пользования бюветами. Карантинные правила предусматривают несколько условий. Следить за их выполнением будут сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр». Желательно, чтобы все граждане приходили на бюветы и в масках, и с перчатки. На данный момент мы стараемся обеспечить всех наших посетителей одноразовыми перчатками для того, чтобы избежать заражения. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию между посетителями не менее метра и не подходить ближе отметки желтого света. При наборе воды заходить за желтую линию каждому крану только по одному посетителю. Во время проведения дезинфекции зоны выдачи воды нужно отходить за желтую отметку. Геннадий Труханов с каждым годом становится богаче, а по документам остается скромным городским чиновником. Крупная собственность мэра зарегистрирована на членов семьи. Об этом сообщает интернет-издание 048. Трудовые накопления семейства Геннадия Труханова подсчитало электронное издание 048. Основой стала декларация мэра за 2019 год, опубликованная на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Согласно этому документу, он живет с мамой, и вместе они получили 1,5 миллиона гривен. Две дочери и бывшая жена в декларации не указаны. В единоличной собственности Труханова только квартира на Екатерининской улице площадью 131 квадратный метр. С февраля 2019 года он сдает ее швейцарской компании за 50 тысяч
тысяч гривен в месяц. А вот в доме матери площадью 252 метра на улице Шклярука сыну принадлежит всего лишь третья часть, 29%. Как у пенсионерки появился такой дом, остается догадываться. Земельный участок площадью 681 квадратный метр под этим домом сын в декларации также записал на маму, хотя по данным Государственного земельного кадастра он принадлежит также и ему. Этот же дом указан как юридический адрес ряда компаний его бывшей супруги Татьяны Колтуновой. Кроме одесского дома, у мамы мэра на родине в селе Песчанки Винницкой области есть огромный земельный надел площадью 26 тысяч квадратных метров. Согласно декларации, в конце 2018 года она купила облигации внутреннего долга под 5,4%. За год прибыль составила 1 048 000 гривен. В то же время скромный чиновник Труханов хранит наличными всего 62 тысячи гривен и 13 тысяч долларов. На счетах мэра в различных банках находится 464 тысячи гривен, 2,5 тысячи долларов и 14 тысяч евро. Мама мэра Одессы гораздо богаче сына. У нее наличными хранится 1 470 000 гривен и 233 тысячи долларов. Высший антикоррупционный суд уже слушает дело по обвинению Геннадия Труханова во внесении недостоверной информации в электронные декларации за 2015 и 2016 годы. Национальное агентство по борьбе с коррупцией оценивает скрытую собственность в 50 миллионов гривен. При обыске в Эллинге, ангаре для хранения яхт у Татьяны Колтуновой, следователи антикоррупционного бюро обнаружили мешок, где хранилось 300 тысяч долларов. Пачки сколько? 1010? Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. То есть около 300 тысяч долларов, правильно? Мы нашли, значит, пакет черного цвета, в котором около 300 тысяч долларов. Как объяснил Геннадий Труханов, деньги эти тоже принадлежат его маме. Следствие считает показания обвиняемого обманом. Если же Национальное агентство по борьбе с коррупцией подсчитает все богатство одесского мэра, возможно, будут основания для нового судебного процесса. Застройка летнего театра в городском саду началась. Под прикрытием местной власти строительный торговый бизнес превращает объект исторического наследия в коммерческое предприятие. Дружба бизнеса и городской власти снова выходит боком одесситам. На территории летнего театра построили длинный павильон, предназначенный для магазинов или кафе. По проекту благоустройства территории тут должны были располагаться касса и детская площадка. Налицо явный обман одесситов. Этого и следовало ожидать. Год назад автор проекта Дмитрий Шпинарев сделал неоднозначное заявление. Никому верить нельзя. Только добавлю, и мне тоже. Для того, чтобы, я вас очень прошу, не доверяйте никакой информации, которую я говорю, которую говорят активисты, которую кто бы в городе ни говорил. В феврале мы взяли в аренду не территорию, а помещение, которое там находится. Территорию мы не касались, не брали ее ни в какую аренду, в субаренду. Мы к ней не имеем никакого отношения. И это, я надеюсь, доказывает, что ничего строить мы там не собираемся. Мы можем только вывести мусор, восстановить те здания, которые были разрушены. Мы вкладываем деньги. Мы очень хотим, чтобы эти деньги возвращались. Все было сказано прямо. Обещаниям верить нельзя. И говорить о восстановлении разрушенного тоже. Новая постройка ничем не напоминает старое здание и намного больше. Учредитель Ассоциации архитекторов Одессы Николай Чепелев прокомментировал ситуацию так. Арендаторы понимают, что эпидемии заканчиваются, одесские площадки нужны всегда. Но они не останавливаются на банальных решениях и предлагают вид игр не только для детей, но и для родителей. Игры в товароденежные отношения. Поэтому вместо одной банальной детской площадки здесь будет похоже 4. Защищен хоть непогоды, крышей и стенами. Дело по летнему театру еще в феврале рассматривал 5-й апелляционный административный суд. Департамент охраны объекта культурного наследия областной государственной администрации и общественная организация «Зеленый лист» требуют отменить решение первой инстанции и вернуть летнему театру охранный статус памятника как неотъемлемой части городского сада. Это сделало бы невозможно его застройку. Представитель арендатора компании «Солінг» заявил требование об отводе суда, и судьи его приняли. Це ситуація, коли одна зі сторін хоче свого суддю, хоче, щоб засідання вів свій, скажімо так, свій суддя або це колегія суддів, з якими вже домовились.
Новой коллегии судей придется начинать процесс заново. В суд обратилась и депутат городского совета Ольга Квасницкая с жалобой на бездеятельность областной государственной строительной инспекции. По мнению депутата, судья умышленно затягивает рассмотрение заявления. Мені не соромно ні за кожний крок чи кожне дійство, яке я робила по відношенню до цієї території. Тому що я завжди говорила, ми втратили вже душу Одеси, це нашу Аркадію. Зараз ми втрачаємо своє серце. Але мені зараз можуть опоненти сказати, що ну то там же ж нічого не будується. Вибачте, коли буде скасовані містобудівні умови та обмежені, коли буде скасований дозвіл на будівництво ТРЦ в літньому театрі, тоді я скажу, да, дійсно, ми з вами зробили все, ми пройшли цей шлях і вибороли своє право на публічний простір. Поки такого ми не бачимо. Если бы архитектурно-строительная инспекция провела внеплановую проверку, то разрешение на работы могли бы отменить. Теперь, в связи с разделением ведомства на три структуры, нельзя точно сказать, когда эту проверку проведут, если вообще она состоится. В курортно-туристической зоне на улице Елочной, что на Большом Фонтане, возник спор между жителями частного сектора и строительством, которое идет полным ходом. Жители частного сектора на улице Елочной в полном недоумении. Несмотря на все запреты в карантинный период не вести строительные работы, стройка по адресу Дачная, 28, не то чтобы не приостановилась, скорее даже наоборот, ускорилась. А вот на все обращения жителей в мэрию и другие профинстанции никакой реакции. Это проблемы городской власти, потому что только в их парафии на сегодня они имеют расширенные полномочия для того, чтобы ввиду карантина решить этот вопрос, но почему-то не могут решить его, да, и люди вынуждены мириться. Одни сидят на карантине, а другие в это время нагло его нарушают, что мы видим сейчас. Техника работает постоянно, с 8 утра до 5 вечера, а люди в это время не могут находиться в домах своих, хотя вынуждены находиться на карантине. И вот получается, что ситуация для одних — карантин — это закон, а другие его не должны соблюдать. По словам жителей, на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Солнышко» планируется построить жилой комплекс. Они утверждают, незаконная стройка идет с большими нарушениями в проектной документации. Но больше всего их волнует то, что темпы стройки значительно увеличились именно с момента оглашения карантина. Такой способ демонтажа наносит ущерб непосредственно всем смежникам в плане того, что у многих здесь дома с небольшим ленточным фундаментом. Эти фундаменты сейчас уже находятся многие в трещинах, да? То есть это в конце концов приведет еще к прямому материальному ущербу соседям при таком способе демонтажа. Ну и плюс влияет, опять же, как я сказал, на вот эту карантинную обстановку с точки зрения загрязнения воздуха, пыли и так далее. В связи с вынужденной пандемией люди, которые здесь живут в частном секторе, строго соблюдают карантинный режим. В свою очередь, находясь круглосуточно дома, они не могут выйти погулять во двор и даже открыть окна, так как по соседству работают экскаваторы, вывозится многотонный строительный мусор и пыль летит прямо в окна домов. Здесь планируется строительство 7- или 8-этажного комплекса на юго-востоке, то есть солнце будет закрыто во дворе, солнце не будет поступать на нижние этажи дома нашего. Что касается строительных работ, которые сейчас проводятся, разрушают вот они здания, у меня здесь дети мои постоянно находятся, у бабушки с дедушкой, и во время карантина они, естественно, дома, садики не работают, то есть дети даже не могут выйти во двор нормально подышать свежим воздухом, не можем открыть окна, проветрить дом, потому что пыль летит, мусор, шум, дети не могут даже спать днем. Пенсионерка Татьяна Самученко живет со стройкой ближе всех. Заборы расположены практически в стык. Из-за масштабной стройки у нее рушится дом. У меня пошли трещины по дому. И кому мне теперь предъявлять эти претензии, если обрушится этот мой дом, когда они начнут вбивать сваи? А у меня грозит это восьмиэтажным строением. А расстояние от моего забора до этого восьмиэтажного строения 3 метра. И это не соблюдено по нормам строительства. Обеспокоенные жители улицы Елочной обращаются к городской власти, чтобы приостановить стройку во время карантина, так как это явно нарушает закон, не говоря уже о других нарушениях в градостроительном плане будущего так называемого пансионата. Центру Одессы грозит уничтожение. Чтобы узаконить свои действия, мэрия планирует изменить границы исторического ареала города. Это позволит начать массовое строительство на месте парков и памятников архитектуры.
На сайте городского совета сообщается о необходимости провести анализ градостроительной ситуации в исторических ареалах города и внести изменения, произошедшие за последние 10 лет, в том числе исправить ошибки по адресам и в конфигурации памятников, откорректировать границы территорий исторических ареалов с учетом существующего состояния сохранения исторической застройки. Основанием для этого стал другой, заблаговременно принятый горсоветом документ с красивым, многообещающим названием «Городская комплексная программа сохранения и развития исторического центра города Одессы на 19-21 годы». Что это означает на деле? За 10 лет многие памятники доведены до критического состояния. Часть их уже разрушена. При желании здание можно признать аварийно опасными и снести, а какой-нибудь сквер или парк вырубить. Многие объекты и многие части города уже по сравнению с текущим историко-архитектурным планом уничтожены. И есть все основания для того, чтобы они исчезли из нового. Основания для того, чтобы у нас сократились исторические ареалы, они уже созданы. Те, которые отхватили куски, они этого хотят, потому что это, по сути, их противозаконные действия отчасти узаконивает. 13 февраля на сайте закупок «Прозора» городское управление по вопросам охраны объекта культурного наследия объявило о тендере на выполнение указанных работ на сумму 2 миллиона 794 тысячи гривен. За разрушение города мэрия заплатит из того же городского бюджета, то есть из карманов одесситов. В торгах участвовало 6 компаний, но все предложения мэрия отклонила. Чиновники считают, что они не соответствовали требованиям. После 2 неудачных тендеров горсовет имеет право самостоятельно назначить своего исполнителя. Завершение работы над планом намечено на 2021 год. У одесситов остается одна возможность спасти город. На осенних выборах сменить городскую власть. На 15-й станции Большого Фонтана вблизи пляжа Золотой берег во время карантина появились 2 новых МАФа. Как пишет сайт «Одесская жизнь», о том, что там идет стройка, говорит песок, который использовали для кладки плитки. На строениях нет следов деформации от влаги и морского воздуха. На месте возле одного из МАФов находились рабочие, которые благоустраивали близлежащую территорию. Пока неизвестно название заведений и для чего они построены. Никаких табличек, информационных бордов или стендов рядом нет. В Одесском зоопарке весенний бэби-бум. Сотрудники зверинца, который на время карантина закрылся для посетителей, фиксируют пополнение у зверей и птиц. Все снимают и выкладывают в соцсети, чтобы дети хотя бы на фото и видео могли полюбоваться здешними обитателями. О появлении на свет новой обитательницы зоопарка сообщили на официальной странице коммунального учреждения Facebook. Девочка родилась 15 марта и уже вовсю позирует для фотографов. 28 марта в сельском дворике Одесского зоопарка родился камерунский козленок. Пока что он все время находится рядом с мамой, но уже совсем скоро ему можно резвиться со своими старшими товарищами. Кроме этого, в зверинце уже родились более 10 козлят, большая часть из которых – потомство бургского козла Кузьмича. Обычно подопечные зоопарка начинают приносить потомство в феврале, но в этом году стартовали в январе. В середине апреля потомство должны принести косули, бакланы, фазаны, аисты, ястребы, совы и павлины. Муфлоны, насухи, дикобразы, европейская и белая лани также ждут пополнения. Ну а в сентябре традиционно в рамках конкурса «Дай имя малышу» горожане смогут придумать детенышам имена. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. Нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Берегите себя. Увидимся.